выводили мы красители, парилку. Потом они решили сделать это дренчер. Позбивали колбы. Потратили деньги, блядь, на красители, на хорошие. Потом сбили колбы. И все это дело сейчас у нас не под давлением, а получается как сухотруб. Сейчас подойдем ближе. Здесь кран. В случае пожара открыли кран. Открывается он? Ну, вообще должен. Тут кран такой. Его открываешь, и вода со спринклерной системы сразу сюда пошла. Почему-то побоялись колбы оставлять. Цоколя должны быть. Мы им оставляли их, но они где-то проебали. Вообще прикольно. Дерево какое-то хорошее. Не знаю. Я не специалист в дереве. Под пожарной защитой. Вот такая вот парилочка. А вот бассейн. Просто шикарный. Пойдешь в хамам? Да. Жду открыть. Кресла такие. Все мрамор. Отсюда, походу, будет какой-то пар идти. Короче, я бы здесь попарился. Раз, одна, вторая. И ты как бай здесь, блядь. Ладно, всем пока. Не дождусь я, наверное.